Государственный центральный концертный зал России 5 марта 2017 года. Бои. Турнир ОФЗ 11. Приветствуем всех. Посмотрим на бои. Я понял тебя. Скажи хотя бы, какая у тебя пара? У меня 11. 11 пара. А кто соперник? Исрафилов Руслан. Откуда, какая школа? Из Дагестана. Все, удачи тебе, Николай. Уходит так. Сейчас, если он проиграет, то он уйдет со спорта. Какой бой, если проиграет? А у него в Беллаторе-то будет бой? Добрый день, Николай, дедушка ММА приветствует вас. Скажите, кого вы сегодня выводите? Сколько человек? Сколько бойцов? Выводим одного, Харуна. Ага. По прозвищу Хищник. Ага. То есть произошла небольшая замена, но думаю, все хорошо будет. А я так понял, вы тренер по ударке, да? Да. А какой клуб? В Ярославле у нас свой спортклуб. То есть, а вас Николай? Воловой. Воловой, да. Клуб как называется? Боевые единоборства. Все, понял. Дедушка ММА приветствует вам, желает удачи. Спасибо.